Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, зрители канала «Моя веселая семейка». Спасибо, что зашли в это видео. И спасибо, что посмотрите его до конца. Оставляйте комментарии и ваши лайки. Наше утро начинается с оладушек. То есть я их жарю, а дети и Саша их будут есть. Поедать. Все честно, да? Мама, оладушки нет, не очень. Слушайте, представляете, у меня до сих пор не досохла это. Как ее назвать? Это решетка от плиты. Но зато смотрите, какая она красивая. Мне нравится. Мне ее надо с обратной стороны еще покрасить. Благо боковушки я покрасила. Испортила эти подкладки из фикс-прайса. Но они уже облезать начали, ничего страшного. Купим новые. Хорошо, что перышки не испортила. Перышки твои я не тронула. Так, ну что, пора переворачивать. А еще я не знаю, куда. В общем, Катя, наверное, разбирала посуду и куда-то положила мою лопатку любимую. Блин, как я буду это переворачивать? И я переворачиваю вилкой, по сути. Это очень неудобно, ребята. Лопатку мы с Лизой найти не можем. Вы скажете, почему мы не спросим у Кати? Она в школе. У Кати сегодня последний учебный день. А вот Лиза сегодня уже на каникулах. Блин, перевернись ты. Это ужасно неудобно, ребята. Приходится их как бы плюхать. Подожди, Мишенька, подожди. Сейчас подожди, я переворачиваю оладьи. Мишка очень любит покричать. Он считает, что мама его не слышит, наверное. Ага, там крыса лезет. Феликс, слезь с подоконника, там оладьи студятся. Ой, господи. Неугомонный кот, а? Вот эта вот мадама... Уже с утра успела попону снять. Она постоянно снимает попону. Лизонька, надо это, сапоги твои с прохода-то сдвинуть. Ой, нет, ты. Феликс, я тебя не выпускаю. Только Алису. Лиза, да. О, мои оладьи. Лиза любит полусырые оладьи. Пожарить полусырыми у нее не получилось. Она их полила тестом. Может, я просто ложкой теста есть, да и все. Оладушки готовы. Ну и я тут доедалки устраиваю. Тут чуть-чуть сгущенки. Хотела переливать, но Саша придумал лучше. Он обрезал бутылку. Хорошая идея, кстати. Вот. Тут два джема. По чуть-чуть осталось в пачках. Мишка сказал, что он будет просто так есть. Лиза, это выглядит ужасно. Не забудьте, пожалуйста, что Катя тоже будет кушать, скорее всего. Так. А мне чай не делают, да? Ты же кофе пьешь. Ну что? Это не повод мне чай не делать. Саша продолжает делать сосиски. Так как у нас блендер сломался, ну верхняя часть, помните? Новый мы пока не купили. То он как я вот в таком вот. В этом погружном стаканчике. А что, нельзя миксером? И это, а? Что, миксером нельзя? Миксером? Да. Мясо-то? Как-то вряд ли миксер сможет порубить мясо. А если папа миксер заточит, я буду против. Почему? Зачем мне миксер, ножи? Миксерный нож. Катя, ты делаешь маме чаю? Нет. Плечики назад расправь. Сгорбилась, как старуха. Вот. Давай, 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 давай. А то я сейчас тебе бинтиком привяжу. Будущие сосиски! Ура! Роберт написал, что он очень любит наблюдать, как Саша делает сосиски. Слышишь? Угу. Мишка играет с самолетиком бумажным. Вчера попросил меня сделать. Хорошо, он запускает. Класс! А мне нужно сходить отправить посылочку на почту. Я хочу сделать это пешком. Но дождь, зараза, все портит. Дождь идет, представляете? Не перестает. Я уже даже нашла себе помощников, кто со мной пойдет. Миша сказал, что пойдет с мамой. И Лиза сказала, что пойдет с мамой. Да, Миш? Онь. А, там дождь. Не онь, а он дождь. Во. Миша, до. Во. Д. Д. До. О. До. До. Жд. О. Дождь. О. Дождь. Дождь. Молодец. Вот. Умничка. Дождь. Да. Ч
Что там с твоими сосисками? Ты же их выбрасывать собрался. Или ты так поворчать? Ну, по температуре, конечно, 90. И чё? Ну чё, блин, они же съедобные. Он будет вот как те. Ну, очень вкусно. Еще пока ничего не получилось плохого. Протирайте воду за собой сразу. Шкаф тоже мне важен, как и сосиски. А это что? Не знаю. Это твои записи. Короче, Саша варит сосиски. А еще они залили пол. Я ему сказала, надо вытереть сразу. Он теперь говорит, что я виновата, что он перегрел сосиски. Мужская логика. Эту-то ты будешь убирать или ты будешь дальше делать? Подсохнет шприц, уберем. А, ну ладно. А я-то подошла себе кофеечку налить последнего. Чуть-чуточку у меня осталось. Подальше подожать. Проверяем сосиску на испорченность. Давай. Ну зачем так-то на кругляшки? Ну посмотри, что внутри, да. А на кругляшках будет видно. Ни хрена там не будет видно. Ну, вроде плотненько. Мне тритка не успела реагировать. Че не тритка не успела? Да что, блин, где фокус? Дырявая сосиска. Вакуумировать надо. Нормальная, да? Сосиска. Смотри, сколько дырок. Как надо. Ты там говоришь? Вакуум делать. Где извинения-то, а? Нормальная сосиска. Только специй мало. Немало. Она на вкус, как докторская колбаса. Ну, специи-то докторские. Она на вкус, как докторская колбаса, я поняла. Немало специй, просто специи не сосисочные. Но мы сосисочные тоже заказали. Потому что оставшиеся подождем, венские сосиски придут, специи. 3-4 дня с деком они отправят. Дети, хотите сосиски попробовать? Да, я единственный. Ладно, эти сосиски я буду есть. Я единственный. Слышь? Дайте. Саш, я не ем сосиски-то со вкусом сосисок. А это сосиски со вкусом докторской колбасы. Тебе что, рот закинули? Ну как? Иди, Мишка, пробуй. Мишек? Все кушают. Ням-ням? Это колбаска. Ням. А Майнкрафт хочешь смотреть вечером? Нет. Нет? Нет. Ням? Попробуй. Порезать. Чего тебе? Порезать? Порезать. Не понимаю. Тарелку. Тарелку. Тарелку? Да. А. Дайте Мишке тарелку. Мы наконец-то отправились на свою прогулку. Идем отправлять посылочку. Лиза едет на своем пенниборде, Мишка на самокате. На улице наконец-то кончился дождь, но облака такие дружелюбные, поэтому я решила, что можно. Блин, как же у меня трясется телефон в руках. Вот телефону точно нужен стабилизатор. Поехали. Видите, какая у нас куртка забавная. Это все та же куртка с королем львом, если ее вывернуть наоборот. Другой вариант этой куртки. Погодка такая выглядит, знаете, еще вроде не весна, но уже чувствуется. Наверное, по свету солнечных лучей, что уже вот-вот-вот-вот и все распустится, все будет красиво. Я прям жду не дождусь. В этом году так затянулась зима, и такая она холодная, что хочется уже поскорее цветочков, моря и солнечных деньков. По дороге затормозили в парке нашем. Погода располагает. Миша, горочка справа, катись с горки. Не бойся, рули. Блин, мне страшно. В общем, немножечко это. Что, тебе страшно? Никогда не ездила в таких горы крест. Рули, Миша. В общем, с горочек решили покататься немножечко. Миш, теперь обратно наверх. Миш. Обратно. Давай. Там что-то едет, то ли скорая, то ли... Да, скорая поехала. Вот здесь вот Парк Победы у нас называется. Если кто не смотрел предыдущие мои влоги, на нашей стороне моста один из парков у нас в городе. И снова с горочки. Давай.
Большим кругом хочешь? Ну давай. Так, немножечко дети поразвлекают. Пойдем дальше на почту. Мне еще фикс-прайс надо. Купим с вами новое покрытие для стола, а то уже порезали. Вот. Я покупаю недорогое. Его изрежу, я потом новое куплю. Еще мне нужна имитация красной и черной икры. И что-то мне еще надо было, я не помню что. Я падаю. Так, ну губки покупать не буду, губки я в светофоре потом. А, мне еще нужен был кошачий корм, такой в виде паштетика. Но это, наверное, в магнит надо будет заходить. Хорошо, когда весна пришла, правда же? Правда, деревья еще листья не приобрели, но зато нарциссы, тюльпаны уже такие уверенно большие. На обратном пути вам покажу. Правда, пасмурно у нас. И все каникулы обещают дождик. Хотелось бы, конечно, уже солнышко, лето, море и пляжи. Я же мечтала света, да? Но я думаю, что это всем хочется, не только мне. Даже тем, кто от моря далеко. Детки катаются. Мы уже пошли на выезд с парка, вот через эту лестницу. Мишенька, меня жди! А я хочу вам показать звезду из камушков, которые здесь сделаны. Смотрите, как красиво. А тут сделали какую-то надпись с помощью декоративной травки. Знаете, какую, наверное, 1941-1945. Сейчас я наверх поднимусь и вам засниму. Красиво, правда? Вот так это выглядит с лестницы. Прикольно. Мы решили поздравить себя с весной шариками. Ну, обычными, чтобы было не сильно дорого. Вот. Вон Лиза, там Лиз, покажи своего единорога. Сейчас я вам покажу. Вот такой вот. А, нет, это просто с лошадью. Единорог. Да. А у Миши помоги футбольный мяч. Но он... Миша, ты куда? Мы снова засекли голубей. Мама сбегала за пшеном. Правда, голуби улетели за это время. Но когда, короче, терпение и труд. Они спустились, они едят наше пшено. Вот это называется это эгоизм. Нет, это называется эгоизм. Женщина видит, что вы кормите, и идет напрямик через голубей. Хочешь попробовать их подманить? Они боятся, они вон спустились-то не сразу. Девчонки пытаются приманить. Ну давай, голубочек, не съест она тебя. Собака! Ты все испортила! Я почти засняла, как девчонки покормили голубей, а ты? Может, первый раз? Вот так вот сложно подкармливать голубей на юге. Фиг поймаешь. Только меня, пожалуйста, не обсыпайте пшеном. В общем, голуби сегодня это потолстеют явно. Их тут не так много, а пшена целая пачка. Ой, люди. Идут напрямик через голубей. Голуби, давайте, там столько еды. Все, любимое место. Крыша торгового центра «Радуга». Спускается! Голуби, давай! Конечно, мы не упустим столько жратвы. Девчонкам пошли голуби. Классно! Дети, вам нравится прогулка? Вот они. Да они не будут с рук, это они боятся. Это надо их каждый день ходить, кормить, приучать к тебе. Они тогда будут к тебе прилетать. Мы в детстве с папой так ходили, когда я была маленькая. Около нашего дома были голуби, они грелись на люке. И, собственно, это мы ходили каждый день. И через где-то месяц голуби привыкли, они к нам слетали. Не помню, после садика или как, ну, в общем, с папой ходили. Немногие мои моменты, которые я помню, что мы делали с папой. На улице похолодало и начался дождь. Мы быстренько пытаемся вернуться домой. Давай, мне самокат, сам спускайся. Самокат мне дай. Спускайся. Миша, вниз.
спустимся здесь и пройдем тем же путем. Давай! Спускайся! Моросит такой дождь. Холодный. Давай, Рыб. Самокат тебя ждет. Все, поехали на выезд с парка. Можно. А? Дома выпить. Мы уже на своей улице. Дождь продолжает лить. Шарик закапало, короче, капельками, и он начал падать вниз. Лиск-то свой трясет, а Мишкин сзади мотыляется, и в итоге его под тяжестью капель вниз опустила. Поэтому забрала шарик, несу его домой. Сейчас камеру достала, хотела же вам показать, как тюльпаны и нарциссы подросли. И первоцветы распустились на клумбу, я вам как-то показывала. У женщины здесь на нашей улице. Сейчас покажу. Вот она, эта клумба, дерево, на котором Лиза любит сидеть. Вот, смотрите, какие уже большие нарциссы. Прямо кустарники. А вон там у нее, видите, клумба? Цветы такие зелено-белые, зеленовато-бело-желтые. Вон они. Сейчас я вам приближу. На клумбу же не залезешь к человеку. Вот они, видите? Такие цветы растут в лесу здесь. И вот, собственно, из леса все на свои клумбы их тащат. Типа подснежники. А это лавровый лист. Вы когда-нибудь могли подумать, что на участке может расти лавровый лист? Да-да, тот самый, который все покупают сушеным в пакетиках. Вот он, благородный лавр. Вот. Тоже хочу себе на участок посадить лавровый лист. Зачем только мне столько много, я не знаю. Но прикольно, сам факт, что у тебя растет лавровый лист. Сейчас Мишку домой отдадим. И нам с Лизой надо еще съездить купить солому собакам. То там вообще уже грязюка-грязюка опять от этих дождей дурацких. Вот. И от снега. И надо купить собачий корм и купить куриный корм. Все позаканчивалось. Совсем надо ехать. Ну и мусор по дороге выкинем. В общем, сделаем такие бытовые домашние дела. Так, скоро время ужина. Поставила воду. И сейчас достанем с вами макароны. Макарончики. На гарнир. И сосисочки будем кушать на ужин. Так, и надо кофе запустить новый делаться. Лиза собрала лотки чистить, уселась поудобнее. Миша пришел, сел рядом с ней. А я хочу вам показать, какую я в фикс-прайсе скатерочку, подкладочку выбрала. Вот такую вот. Я не глядя выбрала. Я только вот этот бачок видела, что он голубенький. Ну, красивенькая, правда? А на какую стол? На тот. Который цветочки или да. Просто пустой? Который цветочки. Вот сюда я хочу. Цветочки уже прорезали, вон, видите? Сейчас новую постелим. Тут уже много порезов. Зато стол целый. Почему я кофе всегда делаю после обеда? Ближе к вечеру, интересно. Все, подготовилась. Сейчас только закипит. И сразу плюх туда, и все. Только что кинули в группу сообщение, что приехали овощи, фрукты, надо ехать забирать. Дети ушли смотреть Майнкрафт, я вообще снимать собиралась, но поеду сейчас за овощами и фруктами. Написала маме, может, она со мной поедет. Саша ушел на смену. Поехали забирать овощи, фрукты со мной. Вы-то со мной точно поедете, правда же? Приехала домой, упихала все в холодильник, только потом подумала, что надо было вам похвастаться, наверное. В общем, сейчас покажу вам. Вот, смотрите, нифига не видно. В общем, вот такие вот они громадные. Ой, господи. Вот такие вот. Огромные в этот раз свити. 9 штук. А остальное упихала в холодильник. Ну, 4 перчика и 2 упаковочки помидоров мама у меня выкупила. Мы с ней сразу договаривались. Я ей предложила, потому что мне было многовато. Вот такие вот упаковочки помидор. Мы выбрали покраснее. Вот, мне осталось 7 штучек. Как раз хорошо вошли. И вот такие вот перчики. Здесь я положила 2 перчика, которые тут немножечко надо вперед съесть. Вот это вот самый маленький из тех, которые мы взяли. Вот видите, там такие здоровые, прям огромные перцы. О, хорошая закупочка. Но 3 килограмма перца это не так уж и много, конечно же. Но, как видите, у меня все идеально влезло. Так что я хорошо рассчитала, что треть надо отдать бабушке.
Цена за помидорки получилась 300 рублей за 9 упаковочек 250 грамм. И цена за перчики 450 рублей за 3 килограмма. 150 рублей килограмм. По-моему, нормально. И свити тоже 450 рублей, но там 5 килограмм. 90 рублей за килограмм там получается. Ну, вес плюс-минус там 100-200 грамм. Он правильный. Мы это проверяли в первый раз. Вот. И, в принципе, неплохо. Добралась до сала. Мясо покупали. Сосиски уже начали готовить. И сало у меня лежало не перетопленное. Это вот сало, которое осталось лишнее. Сейчас перетоплю на скварочке. Смотрите, какие я себе зачетные носки купила. Не знаю, мне так расцветка понравилась. Вверху серенький, в середине беленький и на стопе черные, чтобы грязи было не видно. Правда, мужские. Написано Man Style 41-43. Значит, мне точно жать не будут. Купила две пары. Где мой фокус? Вот он. Молоко от любимой дочери. Бардак на своей кровати убери, а то Майнкрафт отменю. 3, 2. Смотрите, она так хочет вернуться и убрать. Прямо вообще жаждет вернуться и убрать. Да, зайчик? Это что? Это Кончик. Явно что-то лишнее. А куда все делось, если у меня там одна осталась? Одна штучка? Ты ее съела? Пока я снимала котов, дети занимались рисованием. Можно я подсниму? Лиза нарисовала чайник. Это НЛО. Из которого всякие символы сыплются в кружку. Прикольно. Я помогала чайник рисовать. Да? Я. А кружка сама научилась. Теперь Лиза говорит, надо еще с одним рисунком. Ой, дай. Ох ты, как красиво. Симпатичненько. Это Лиза в художку собирается. Зая, а ничего, что ты под цветы место-то не оставила? Да. А где их рисовать? Цветы должны быть пропорционально вот такого вот где-то размера. Вот такого. Подклеивай бумажку. Ну, сначала размечают, где будут цветы, а сегодня... где будет ваза. У тебя ваза со стебельками. Я такую громадную ты нарисовала. Я тебе серьезно говорю, подклей верхушку, я тебе не смогу помочь. Тут самое это красиво выглядит, прям как настоящая. Красиво выглядит. Красиво, единственное, у нее бок, он почему-то островатый. Справа, что это с одной острова, с другой стороны. Она какая-то несимметричная. А все уже. Уже все, уже заштриховала. Надо было подправлять раньше. Я не заметила. Лучше ты знаешь, как она рисует? Я ну, а мы, собственно, спать укладываемся. Я в А-классе, которая мне показала, как она рисует вот эти бутылки, вазы. Она я целую она пропорции состоит, прямо рисует. Да, надо пропорции. Я тебе завтра покажу. Я вот отмечаю. Я тебе покажу завтра, о чем чтобы Катя говорит. Красиво и аккуратно. Чтобы цветы влазили. И чтобы у тебя были одинаковые, ну, симметрично все. Да. Я могу тебе сейчас наброск показать, как что я имела в виду. Ну, нарисуй на листочке. Ага. Так, давай забирайся, жучок, паучок. Жучок. Кого ты там ищешь? Огонь. Огонь? Кстати, всем, кто писал, мне угадывал, что сказал Миша, я вам скажу, что он сказал. Я ему... Сейчас, Мишечка, я назвала ему ваши варианты, ну, по очереди. Он соглашался, либо отказывался. Он сказал, огонь. Чё? Открыть? Спрятано? Ты туда рисунок спрятал? Или огонь? Нет. В общем, это был огонь, оказывается. Нему. Нету. Нету. Нет. Ты спрятал? Нет. Найти не можешь? Мишенька, я думаю, что нам пора спать укладываться. Я там. Что там? Я не могу понять, что ты хочешь. Лиза! Иголка на верхней полке. Сложи ее тоже. Вот что Миша мешала. Катя рисует, показывает. Я знаю, Лиза. У тебя чуть-чуть кривовато. Я знаю, я примерно хочу показать. Что мне показывает? Мне не получается так. Ну, почти. Я не знаю, что она дальше нарисует. Но она рисует примерно правильно. Ну, примерно. Ну, примерно, потому что кривовато.
Я знаешь, как делаю? Я похоже делаю, только без полосок. Дай. Я прям отмеряю карандашом. Потом дальше вот это. Катя, это тоже отмеряется. Да, ты правильно рисуешь, только немножечко неумело. Ну я просто показываю, что я имела в виду.